поднапряглись. Все-таки, я думаю, почувствовали они, что не все в этом матче так однозначно. Возможно, я оптимист. Ну, а почему нет? Всего один мяч. Все может измениться в любую секунду. Я наблюдаю за тем, как Джордан Ларсон отправляется в разминочную зону. Уронов получает передачу от Кокорина. Вот это дриблинг. Удар! Остан Уронов! Вот это положил! Голевая передача у Кокорина. Дриблинг Уронова и 2-0. Как тут так активно развили к всяким разным брендам и брендовым вещам. Ну, классно положил. Ну, что греха таить. Шикарный момент, шикарный гол. Здорово тут Мальцева и Филиппова просто одним движением прошел. И, как говорят в Италии, муа белиссимо. Обрати внимание, без замаха. Ну, практически без замаха. Это я, конечно, чуть передернул. Все-таки совсем без замаха ударов не бывает. Но, скажем так, замах был очень короткий у Рунова в этом эпизоде. Нельзя не отметить Кокорина еще.